Всем приветик! Сейчас будет обзор покупок для сына из магазинов Котофей, Остин и Детский мир. Приятного просмотра! Начнем с вами с верхней одежды. Это такая курточка, красивая, водоотталкивающая, как раз на холодную осень, зелененьким подкладиком. К ней мы купили такие вот перчаточки тепленькие и вот такую шапочку. Три пары обуви. Это носить сейчас до плюс 5. Это на более холодную осень. Вот такие вот красивые. В Котофее приобрели термобелье. Сейчас покажу поближе. Это вот такие вот штанишки, мягенькие, синенькие. И кофточка такая вот приятная к телу. Еще купили на сменку вот такие вот ритузики, тоже довольно мягенькие они, приятный материал на ощупь. Такие термоносочки тоже приобрели, простые удлиненные носочки, трусишки 5 штучек разных цветов и колготочки тоже довольно мягенькие, 2 штучки. Футболочку вот такую приобрели, такую красочную пижамку хэбэшную, тоже очень, ну, довольно приятно к телу. И еще одна такая же пижамка. Несколько образов из Glory Jeans. Это худи утепленные, джинсики утепленные тоже. Второй образ, тоже утепленные джинсики, только другого цвета. И флисовая кофточка с горлышком. Еще одна базовая футболка с Glory Jeans, с таким вот книжкой. Утепленный костюм на площадку, тоже с Glory Jeans. И вот такой худи, тоже утепленная. Еще один утепленный костюмчик синего цвета. И вот такая вот кофточка у нас на молнии. Тоже достаточно теплая, тоже флисовая с кармашками. Еще такую кофточку купили, она очень мягенькая, приятная к телу, в составе есть хлопок. И на этом наша распаковка закончилась. Пишите в комментариях, часто ли вы обновляете гардероб своим деткам. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всех обняла.